продолжаем наш эфир из Сочи. Финальный матч межконтинентального турнира футбола на встречу чемпионата мира 2018 начнется с минуты на минуту. В решающем матче сойдутся сборная НСФЛ, это Национальная студенческая футбольная лига России, и сборная Европы. Сегодня дуэль двух тренеров. Андрей Кончельскис возглавляет сборную НСФЛ, почему он уже не первый год, в конце прошлого сезона возглавлял эту команду, во-первых, из выставочных матчей. Ну, а команда Европы руководит Юрий Красножан, который в разные годы своей карьеры работал главным тренером в «Спартаке» и «Знальчика», в «Московском Локомотиве» и до недавнего времени возглавлял национальную сборную Казахстана. Это? Олег Корецкий, главный арбитр встречи, помогает ему Ирина Филимонова и Максим Каплин. Та же бригада, что и работает сегодня на предыдущих матчах за третье и за пятое место. За исключением Сергея Тихонова, который тоже сегодня провел одну игру. И совсем скоро мы будем начинать. Я буду вас знакомить, безусловно, со стартами играющих, со стартами составами. И несколько слов еще раз по регламенту для тех, кто не сначала следит за нашим репортажем, ну или вообще за этим футбольным турниром в целом. Проще говоря, это соревнование шести национальных сборных, точнее межнациональных, представляющих разные континенты. Они были разбиты на две группы по три команды. И команды, которые заняли последние места в своих группах, сыграли за пятое место. Вторые места сыграли сегодня днем за бронзу. И вот сейчас победители своих групп сыграют за первое место. Все готово к началу игры. Олег Корецкий проверяет, все ли в порядке. Можем начинать, я думаю. Гетрах. Сборная СФЛ в белых футболках, в синих трусах и в белых гетрах. Итак, сборная Европы под первым номером в воротах Антонио Фернандес, номер 2 Хосе Антонио, номер 4 Хосе Франциско, номер 13 Даниил Шабалин, номер 16 Югис Зимбергс, номер 10 Алекс Ламер, номер 9 Карены Эйзи, номер 15 Хуан Антонио, номер 11 Насер Мартин, номер 19 Кристапс Вискерс и номер 12 Рустам Джабаров. Номер 12 Зафар Рахимов, номер 6 Хан Гок Вьет, номер 10 Роман Богданов, номер 7 Алексей Краснорудский, номер 11 Александр Валуйский и номер 17 Григорий Иванов. Главный тренер Андрей Кончельскис у нас сегодня, если так сказать, сравнить национальности всех ребят, которые вышли на поле, получается в некотором роде матч Россия-Испания, потому что, ну, если состав полностью сформирован из россиян, то в составе сборной группы сразу 6 человек представляет Испанию, Институт Альмерии, у которого есть своя тоже очень сильная команда, выступающая регулярно в студенческой Лиге чемпионов. Ну что ж, теперь вроде бы никого мы не забыли, судьи представили, игроков тоже. Давайте посмотрим, что нам покажут с первых минут лучшие команды на этом турнире. И спустя два тайма по 35 минут, это еще небольшой довесок к информации по регламенту, мы узнаем имя победителя или это определится в серии после матчевых пенальти, которая будет пробита по 5 попыток в случае ничейного исхода по истечении 70 минут игры. Разыгран корнер с Лиа.
Не стал навешивать сейчас с правой ноги. Это не Шабанин. Нужно будет повторить угловой удар. Скопление игроков в штрафной Андрея Маланцева. Смотрим, что придумают европейцы. Для начала неплохо было бы получить мяч на угловой поле и только после этого исполнять угловой. Так, я думаю, будет удобнее всем. Ну что, подача. Где там Маланцев? Не вышел из ворот, хотя мяч прилетел в штрафную. Так, с левой. Гол! Сумасшедшее начало матча. 13-й номер. Это как раз... Вот как раз стандартное положение. И гол. Хан Гок Вьет набирает скорость. Справа юркий взрывной футболист, представляющий Кубанский государственный университет. Попытка прострела, но здесь вратарь на месте. И потом мяч покинул поле. Судя по всему, сейчас мы это сможем понять, потому как Антонио Фернандес ведет мяч в поле. Да, так и есть. Хан не смог оставить снаряд во время прострела. И будет удар от ворот. Но ничего, по-моему, лучше быть не может, чем старт такого финала с ранним голом. Получали обильные авоськи мячей, зачастую из-за собственных ошибок, но в этом нет ничего страшного и плохого, потому что мы с вами наблюдаем не профессиональный футбол, а футбол студенческий. Это нужно обязательно иметь в виду при просмотре тех матчей и поддерживать парней как только можно. Штрафной на половине поля Европы. Короткий розыгрыш мяча, подача штрафной. Здесь спокойно Хосе Франциско. Подбор мяча в опорной зоне, не слишком удобный перевод, точнее можно сказать, что не точный перевод, а налево. Здесь уже поддерживает атаку сборной НСФЛ Олег Крамаров. Приходится отступить. Не было здесь фола, Олег Корецкий бдителен, никакого фола здесь нет. Мяч повисает в воздухе, надо срочно его пустить на газон. Нет, это будет чуть позже, видимо. Драйв головой играет на опережение. Такое ощущение, что сейчас немножко подвернул ногу Хосе Антонио, но обошлось без повреждения для правого защитника сборной Европы. Аут. Ведут футболисты НСФЛ, Алан Дреев.
находит партнер, немножко не попал в шаг игроку, сейчас можно сыграть направо, да, так и есть. Краснорусский оставит мяч. Нет, не сумел. Передача по идее была хорошая, но чуть-чуть бы потише, и там действительно был бы шанс Краснорусского оставить мяч в игре. Борьба. Иванов головой пробрасывает мяч себе за спину, а там никого нет. И показывает партнер, что, в общем, наверное, стоило было сделать это чуть-чуть поточнее. Это Роман Богданов. Но мне кажется, что Иванов в данной ситуации оказался не в самой выгодной ситуации. Уж прокинул, как прокинул, а оказался сзади только защитник. Далеко выходит Антонио Фернандес, и поскольку поле у нас, как вы, наверное, может быть, уже заметили, нестандартного размера, но гораздо меньше, чем футбольное поле, где проходят официальные матчи профессиональных клубов, то здесь может сложиться порой впечатление, что несколько кучно выглядят на поле игроки, но это как раз по причине того, что просто размеры меньше, поле покороче, поуже, так что все нормально. Здесь можно побороться за мяч, падение, тут же следует операция, как говорит Навасер Мартин. Футболист, который в каждом матче, между прочим, забивает за сборную Европы. Забил он 2 мяча, еще столько же не забил, даже, по-моему, больше не забил, он, точнее, забил, но из офсайда, игрок очень острый. Играет всегда впереди. Якобы выжженный центральный нападающий, хотя он не высок ростом, но, тем не менее, стартовая скорость у него очень достойная. Вот мяч из аута, хорошо, дальше головой следует проброс. Не дадут здесь пробить. По поворотам Карена Эйзи. До ворот было близко, но, как говорится, близок локоть да не укусишь. Снова Эйзи готов был включаться в борьбу, но чуть раньше Олег Корецкий зафиксировал фол со стороны игрока сборной Европы, и мяч переходит под контроль РСФЛ. Попытка приблизиться к штрафной слева, там довольно-таки недружелюбно встречают Романа Богданова, представителя Южного федерального университета, команда ЮФУ, Ростов-на-Дону. Именно команда этого вуза составляет собой костяк сборной НСФЛ. Есть еще, конечно, футболисты из УФУ, и это Уральский федеральный университет, и Куб ГУ, это Краснодар. Ну и, конечно, куда без действующего чемпиона, без СГАФ КСТ, это Смоленск. Напомню, что эта команда в прошлом сезоне заняла первое место в турнире Национальной студенческой футбольной лиги. Но пока два представителя этой команды НСФЛ в запасе. Это Василий Мешковский и Иван Жачкин. Пас направо, обратная передача на Тищенко и потеря. Здесь нарушение, блокировка. Не в мяч сыграл сейчас Олег Рамеров, это видели все хорошо, Олег Корецкий в том числе. Нарушение правил, штрафной. Постепенно европейцы перемещаются на половину поля сборной НСФЛ. Стандарт исполнит сейчас Даниил Шабалин. Напомню, это именно он открыл счет в финальном матче межконтинентального турнира под названием «Навстречу Кубка мира 2018». Напоминаю, мы в прямом эфире из Олимпийского парка Сочи. Запускает мяч вперед. Сейчас этот самый мяч не держится ни у кого, особенно из команд. Такой здесь бывает, и причиной тому все-таки не только, может быть, не самая высокая исполнительность, но и маловато.
На этом турнире впервые оказалась такой непривычной для себя роли. Дело в том, что наши студенты одержали две уверенные победы в групповом этапе. Со счетом 8-1 была переиграна сборная Азии. И со счетом ни много ни мало 14-1 была переиграна сборная Америки. И вот теперь такой конфуз. Ну, это, собственно говоря, не конфуз, игра только началась. Но вот счет 0-1, нужно отыгрываться. Ситуация не самая комфортная, нужно показывать лучший товар лицом. Время еще очень и очень много. Я думаю, что Андрей Кончейский знает, что делать, но примерно так же знает, что делать и Юрий Красножан. Удивительно интересен этот финальный матч. Взаимодействие с игроками двух главных тренеров, далеко не последних людей в российском футболе. Где-то и революционных даже, если вспомнить карьеру Андрея Кончевскиса, где он играл, и кто однажды на его позицию в Манчестер Юнайтед вышел на замену. Тот, кто знает, тот в курсе. С мячом сборной СФЛ. Голевых моментов пока у ворот Фернандеса я лично не припомню. Возможно, вы считаете иначе. Это запросто, но я вот их не видел. А вот моменты и походы, ух ты, как сейчас бесподобно сыграл в прыжке Михаил Серов. Я не уверен, что там прерывался таким образом мяч непременно на гол, но действия защитника вызывают исключительно восхищение. Сейчас нырнул буквально как вратарь, руками-то играть нельзя, и головой вынес мяч из опасной зоны. Сейчас небрежно сыграно. Тут же так, воротом. Малацев тащит. Так, все началось с ошибки Зафара Рахимова, между прочим, в опорной зоне. Зафар был неправ, и, по-моему, до сих пор сейчас он приносит извинения своим партнерам. Угловой именно с этого края был подан мяч перед голом. И сейчас была попытка пробить неудачно. Зимбергс вроде бы был первый только что на мяче, а вдруг уже нет. Бывает. Футбол, игра динамичная. Замен нужно делать много. Здесь ограничение минимальное, но я хочу сразу сказать, что в запасе у тех и у других по 6 и 7 человек, соответственно. 7, это, если быть совсем точным, то 7 человек могут выйти на поле в составе НСФЛ и 6 ребят в запасе у сборной Европы. Насколько в количественном плане эти замены будут реализованы, мы узнаем по ходу встречи, потому что все может быть. Я сразу хочу сказать, что турнир проходит в достаточно чистой борьбе. Не было ни одного удаления, хотя один из футболистов сборной Африки был дважды близок к этому. Пенальти назначались, по-моему, было всего два. И главное, самое главное, я так думаю, не было тяжелых травм. Повреждения, стыки, синяки, ушибы, этого всего добра было полно, но никто серьезно не пострадал. Пока, по крайней мере, слава богу. Это, между прочим, был удар по воротам сейчас. Олег Крамеров пробил головой не сильно, но мячик так аккуратненько опускался в правый от голкипера угол, но там защитник без блохана, по-моему, это Хосе Франциско. Сыграл бдительно, выставил правую ногу, и как раз именно в эту ногу мяч попал. Восемнадцатая минута финального матча заканчивается. Пока по-прежнему счет 1-0.
Впереди сборная Европы благодаря точному удару Даниила Шабалина. На четвертой минуте пауза должна быть сейчас. Хан Гок Вьет. Получил удар. И сейчас после этого получает извинения от Хуана Антонио. Пока никаких более серьезных действий со стороны арбитра мы не видим. Хан. Мяч под левый, ну и вообще левша. И снова вынуждает на себе свалить. Это очень юркий, очень техничный, резкий взрывной игрок. Еще раз повторю, что он представляет команду Кубанского государственного университета. Ну и, как это часто бывает, с игроками такой фактуры им больше всего и прилетает синяков. Который ЦСА пробивает Хан на этом турнире однажды, примерно с такого же расстояния, забил. Сейчас будет проверять бдительность стенки и качество ее установки в исполнении Антонио Фернандеса, голкипера из сборной Европы. Да, там рядом с Ханом еще один игрок, номер которого я не вижу, но это для устрашения. Удар! Отличный удар Хана. Мяч проходит в сантиметрах, по-моему, от штанги. На 20-й минуте был нанесен этот удар. Счет остается прежним. Отметить, что после забитого мяча у европейцев, по-моему, не было действительно опасных моментов. Правда, нельзя не забыть прыжок Михаила Серова после пострела с левого фланга. Это выглядело действительно эффектно. Но еще раз напомню, что далеко не факт, что этот эпизод бы стал голевым впоследствии. Это нам знать уже не суждено. А прострел почти от лицевой линии. Очередной раз страдает рекламный щит там за лицевой линией. Но лучше уж пострадает рекламный щит, чем здоровье футболиста. Я думаю, так. Мяч отдается Антонио Фернандесу. Удар от ворот. 20 минут позади. Пока, на мой взгляд, финал удается. Я не боюсь этого сгладить, потому что сыграно больше половины первого тайма. Футбол качественный. Движение хорошее. Есть уже забитый мяч. Много борьбы. И я думаю, что сборная НСФЛ еще не сказала свое последнее слово. Пока мы можем лишь отметить удар Хана вот совсем недавно со штрафного. Больше пока вспомнить особо нечего. Но это не значит, что сборная НСФЛ играет пассивно или просто не знает, что делать с соперником, настолько хорошо защищается. Нет, вовсе не так. Дело обстоит. Ну вот сейчас, как следует, надавал по ногам сзади Алекс Ламер Александру Валуйскому. Олег Корецкий не оставил это без внимания. Стандартное положение, наверное, не стоит так близко подходить к мячу. Советует Олег Рябров. Судьи очень не любят советы. Это я знаю точно. Так что лучше поторопиться футболистам НСФЛ разыграть мяч. Дряева теснят. Он вынужден сыграть с Сировым. Того тоже накрывают. Посмотрите-ка, в самом начале, можно сказать, в самом начале начала у сборной НСФЛ возникают проблемы. Настолько компактно и грамотно прессингуют их европейцы. Олег Корецкий показывает, что здесь не было игры рукой. Показал, что было плечо, что остановки не последуют. Надо бы как-то развернуть немножко крылышки эти атаки. Застряли в середине, надо бы фланги задействовать. Вот как сейчас. Справа сместился Хан. Но и только. Очередная попытка приблизиться к штрафной сборной Европы заканчивается неудачей в исполнении футболистов НСФЛ. И Антонио Фернандес пробьет от ворот. Как я уже говорил чуть ранее, большой блок футболистов представляет Испанию. Но вместе с ними на поле у нас есть представитель Латвии, Италии и России. Куда же без нее? Конечно, россияне тоже здесь есть.
потом, между прочим, вот в запасе у сборной Европы есть представители Германии, например, причем сразу три человека. Это Йоан Вольфарт, Макс Шлезигер и Тину Харт-Бринкман. Они уже выходили на этот турнир на поле, Юрий Красножан их задействовал. Посмотрим, появится ли сегодня. Все может быть. Видите, уже пошли разговоры между игроками сборной СФЛ. Не все получается. Зафар Рахимов ведет разговоры на повышенных тонах с Алексеем Краснорусским. Кто-то что-то не до конца понял. В итоге очередная потеря. А время-то потихонечку, но идет. Не за горами перерыв. И пока уступает команда СФЛ сборной Европы. Хан в борьбе за верховой мяч, это впечатляюще с его-то ростом. Посмотрите, как одним касанием сразу двоих оставил, не удел. Зимбергс прострел, и снова Серов. Второй раз за последние 10 минут шикарно играет на перехвате при попытке простреля слева. Фол. Это фол. У мяча Крамаров быстренько ввели в игру. Рахимов налево, Дряев вперед по бровке. Что там сможет сделать Григорий Иванов? Ничего. Не пустил его Хосе Франциско. Оба игрока были ограничены в пространстве. Будет очередной удар от ворот. Вот этого пока очень много. Пока там Хангок Вьет перевязывает шнурки, уже пошла атака. Не было здесь игры рукой. Кстати говоря, нет, и сейчас Олег Горецкий показывает на плечо. Нет ни единого повода. Эффективно и выглядело замечательно, но, конечно, футбол игра в первую очередь для зрителей, хочется побольше увидеть забитых мячей, но, как говорится, мало ли что нам хочется. Мы смотрим финал, а это всегда битва на любом уровне, начиная от дворового, заканчивая профессиональным. Здесь идет игра за победу. И пока европейцы ни в чем вообще не уступают сборной СФЛ. Больше того, им улыбнулась удача, они здорово использовали стандартное положение в самом начале первого тайма. И ведут пока в счете. Хосе Антонио готовится отправлять мяч в штрафную площадь. Вот что хорошо в размере этого поля, что даже стандарт, который кажется недалеко от центрального круга, он на самом деле опасный, потому что до ворот-то не то расстояние, что при стандартных футбольных полях нарез. Дряев головой играет, выбивает мяч точно на ногу Шабалину. Даниил попытался вернуть мяч обратно в штрафную, не получилось. Олег Корецкий фиксирует фол в атаке. Но такое ощущение, что Карена Эйзи, нарушив правила, при этом сам еще и немножко повредился. По сигналу арбитра должны появиться на поле врачи. И сейчас этот сигнал мы видим. Нужно подойти, оценить состояние пациента.
держится Карина за левое бедро. Пауза, которую игроки используют для того, чтобы попить воды. И я думаю, что через минуту, полторы, даже, наверное, меньше, все-таки мы продолжим. Осталось только понять, сможет ли продолжить игру Карина вблизи, как-то тяжело его поднимают с поля. Он прихрамывает на левую ногу. Готовится ли замена в составе сборной Европы, я вам пока не скажу, потому что не вижу. Но мы все обязательно скоро узнаем. Так. Пока уходит с поля Карена, нужно ему за пределами поляна оказать помощь, но, судя по его жестам, скорее всего, он вернется. Между тем, сборная СФР продолжает свою атаку. Красногорский играет поперек. Рахимов. Разок уже сегодня прилично ошибся этот игрок на своей правой поле, но, к счастью, для сборной СФР это не имело для команды серьезных проблем. Пряев не смог перехватить пас. И еще один игрок падает на газон. Это Насер Мартин. Выбит мяч за пределы. Раздосадованный Михаил Серов. Мяч вывел, а между тем игрок уже на ногах. Насер Мартин полежал немножко и встал. Ни за что не поверю, что это затяжка времени, потому что это было бы, наверное, все-таки рановато начинать заниматься такими вещами. Еще впереди целый тайм, да и первый нужно доиграть. Тищенко. Налево, Серов. Поднимает голову и не замедляет, не точно. Иванов включается в отбор, но здесь не везет немножко Валуйского, не попадает по мячу. Снова Дряев играет низом. В борьбу давал на Иванова, но удалось сохранить мяч футболистам НСФЛ. Дряев играет чужому. Очень много ошибок в передачах у футболистов НСФЛ, причем в самом начале атаки. Стальная рука Красножан, я так чувствую, уже в действии. Накрывают изящно. Нельзя сказать, что большими силами прессингуют, обратите внимание, европейцы, но очень адресно это делают. Вы посмотрите, просто не могут начать атаку. Ну и что, что Насер Мартин сейчас получит желтую карточку? Не страшно. Бывают перегибы на местах, ничего. Первое предупреждение в финале автор его Насер Мартин, хотя я думаю, что он с радостью поменял эту карточку на забитый гол, как он это делал в двух матчах группового этапа. Действительно, очень потолковый. Ну что ж, снова в атаке сборной Европы, это при том, что они впереди. Главой корону Эйзи с левой ноги сейчас будет подавать. Мяч летит в штрафную. Удар! Неужели это не гол? Боже мой, какой момент! Вот это да! Мяч попал в перекладину. Фантастический эпизод, как и народ сборной МСФЛ. Пушечный удар головой. Что здесь делает вратарь? Боже! Куда выбежал Антонио Фернандес? Зачем? Чудеса. После такого углового пропустить сейчас мяч из-за того, что вратарь выбежал за пределы штрафной, это было бы монументально. Ну действительно, ух ты, как пятка это сильно, красотища. Раздрел Шабарева, там уже меняют ноги просто пачками штрафной. Корецкий определяет фол в атаке. Каким образом? Каким образом? Недоумевает сейчас Хуан Антонио.
или просто говорит по-испански: Олег, ты не прав. Эпизод заигран. Ярчайшая концовка первого тайма. Попадание в перекладину после углового возле ворот сборной НСФЛ. И для нас так и останется загадкой, пересек ли мяч линию ворот. Я, к сожалению, в своей позиции это увидеть со 100% уверенностью не могу. Тем более, что сегодня уже у нас был похожий эпизод в матче между сборными Азии и Африки. А эти самые ворота. По главной камере от нас она, эти ворота слева находятся. Там тоже был такой эпизод, когда не совсем было понятно, был ли гол или нет. Все это, в общем, на усмотрение второго помощника арбитра, который следит за линией не только обороны, но и линии лицевой. В обоих случаях помощник рефери показал, что взятия ворот не было и на этом. Меньше минуты, но я подозреваю, что Олег Корецкий может немножечко добавить, потому что остановки были и не одна. Они были не слишком продолжительные, но все-таки определенное количество секунд эти остановки изъяли из времени первого тайма. Посмотрим, пока я не вижу, чтобы выносили табличку с дополнительными минутами. Может быть, и вовсе не будет ничего компенсировано. Нарушение правил. Хотя здесь, конечно, можно было не останавливать эту атаку. Но все это происходило прямо перед Максимом Каплиным, который работает на дальней бровке. Он дал отмашку. Корецкий игру остановил. Штрафной удар. Не торопится, конечно же, европейца. Очень медленно и печально придет к мячу Карена Изи. Имеет на то полное право. Сейчас он будет показывать, где должен стоять игрок. Сейчас он будет очень долго в руках прокручивать мяч. Все это прекрасно известно всем. Все эти маленькие штучки, направленные на затяжку времени. Ненавязчивая подача. Где там вратарь? В порядке, Маланцев. И все. Первые 35 минут завершены финального матча. Счет пока 1-0. Впереди сборная Европы. На четвертой минуте Даниил Шабалин поразил ворот Андрея Маланцева. И мы уходим на небольшой перерыв. Далеко не расходитесь, скоро продолжим рассказ об этой встрече. С вами в Сочи. С минуты на минуту начнется второй тайм финального матча турнира под названием «Навстречу чемпионата мира 2018». Это межконтинентальный турнир студенческих сборных. В финале встречаются команды НСФЛ, это сборная Национальной студенческой футбольной лиги, и сборная Европы. НСФЛ тренирует Андрей Кончельскис. Сборную Европы тренирует Юрий Красножан. Какие имена. И после первого тайма счет 1-0. Впереди сборная Европы. На четвертой минуте Даниил Шабалин. В результате стандартного положения, а именно углового с левого фланга, открыл счет в этом матче. И пока футболисты в синих футболках, которые сейчас разыграют матч в центральном круге, впереди. Сейчас мы начнем. Поехали во второй тайм. Поддержка российских студентов, я думаю, вам прекрасно слышна. Хан Гок-Вьет делает передачу с левой ноги вперед. Перехват. Мощнейший подкат бросается Алан Дреев, капитан сборной НСФЛ, не добирается до мяча. Резкое начало второго тайма, потому что все понимают, время уходит. И сразу же может появиться свободная зона. Мощнейший удар, Маланцев справляется, но отбивает, обеспечивает внимание. Офсайд, офсайд, если не ошибаюсь, да-да. Ирина Филимонова сразу же дала отмашку.
Насер Мартин оказывается, ну, я не сильно ошибусь, если примерно в 8-м или 9-м офсайде на этом турнире. Очень острый игрок. Еще раз подчеркну, он таким образом все-таки шансы свои находит. И еще один заброс вперед, друзья, самарцев. Опередит, конечно, Мартина. Следим за заменами. Пока я не вижу, чтобы они произошли у обеих команд, а посему после этого стандартного положения я познакомлю вас с составом играющих сегодня команд, тем более, что у них действительно не было пока никаких изменений по ходу встречи. Подача, жесткая борьба на втором этаже, Олег Горецкий дает свисток, нарушение правил. Василий Мышковский прилично приложил на своего соперника, идет сейчас за извинениями, но, точнее, не за, а с извинениями футболисту, который сейчас на газоне. Не вижу его номер. Скорее всего, это один из Хосе, либо Антонио, либо Франциско, действующие в защите сборной Европы. Итак, переходим к составу этой самой команды, которая на текущий момент впереди со счетом 1-0. Первый номер — Антонио Фернандес, Испания. Второй номер — Хосе Антонио, Испания. Четвертый номер — Хосе Франциско, Испания. Номер 13 — Даниил Шабалин, Россия, автор забитого мяча на 4-й минуте. 16-й номер — Юргенс Зинбергс, Латвия. Номер 10 – Алекс Ламер, Италия. Номер 9 – Карена Изи, Испания. Номер 15 – Хуан Антонио, Испания. Номер 11 – Насер Мартин. Имеет уже желтую карточку этот футболист, тоже представитель Испании. 19-й номер – Кристапс Вискерс, Латвия. И номер 12 – Рустам Джапаров, Россия. Главный тренер – Юрий Красножан. Подача Хана мощно достается сейчас Зинбергсу. Если бы чуть-чуть пониже мяч пошел, было бы совсем нехорошо ему, но пронесло, как говорится. Пяточка сыграна, классно, Красногорский навешивает. И очень, кстати, Карена Изи возвращается сейчас в центр штрафной и аккуратненько головой скидывает мяч Антонио Фернандесу. Переходим к составу сборной НСФЛ. Первый номер — Андрей Маланцев. Номер 21 – Михаил Серов. Номер 15 – Алексей Тищенко. Номер 8 – капитан команды Алан Дряев. Номер 14 – Олег Крамаров. Номер 12 – Зафар Рахимов. Номер 6 – Хан Гок Вьет. Номер 10 – Роман Богданов. Номер 7 – Алексей Краснорусский. Номер 11 – Алексей Валуйский. И номер 17 – Григорий Иванов. Главный тренер сборной РСФЛ — Андрей Кончельскис. Я представил всех, кроме судейской бригады и комментатора. Главный арбитр встречи — Олег Корецкий, помогает ему Ирина Филимонова и Максим Каплин. Ваш комментатор — Александр Федоровский. Смотрим второй тайм финала. Перевод налево. Обратите внимание, что в штрафную уже устремляется Мартин. Мяч попадает в руку Серова, но можно продолжать игру. Она была прижатой, та самая рука. Ну, там было не самое лучшее положение, прямо скажем, у Карена Изи на самой бровке. Двое против него, и выбраться оттуда было затруднительно. 40-я минута идет матча. Напоминаю, что два тайма по 35 минут играют команды сегодня. Замен пока не было. Есть только гол в исполнении Даниила Шабалина и карточка в исполнении Насера Мартина. Вот и все протокольные события на текущий момент. Но то ли еще будет. Случайный отскок буквально к штрафной площади под коронью сейчас Иванов. Здесь ему могло повезти, конечно, если бы пробросил чуть-чуть себе получше. Конечно, ему помешал Антонио Фернандес, который не спал в этот момент. Руками работают сейчас оба, это видно прекрасно, и Тищенко, и Мартин. Тищенко тяжело, конечно, с Мартином справляться, хотя Алексей выше ростом, но, следовательно, это дает ему преимущество в игре наверху, не более того. В плане резкости, конечно, Мартин будет поживее по сравнению с ним. Подкрался сзади
Зафар Рахимов и получил по ногам, но можно здесь продолжать игру. Рискованно, между прочим, обратите внимание, как сейчас хватается за лицо Мартин. Он не уверен, что сможет этот мяч перехватить. Хан, классная обработка и не очень удачный перевод в направлении Краснорудского. Здесь Дряев поддерживает середину. Тищенко, Краснорудский. Здорово видел Рахимова. Дряев, ну надо перевести мяч. Надо переводить мяч уже поскорее, конечно. Там же один совсем Серов. Михаил Серов, футболист, который в первом тайме дважды очень эффектно спас от неприятностей. Ворота своей команды, прерывает прострелы с левого фланга. Сперва головой, потом ногой. Оба раза оказывался в нужном месте и в нужное время. То, что надо для центрального защитника любой команды, любого уровня. Вот сейчас, к сожалению, сыграл неудачно в пас. Чей мяч? Европейцев. Далеко достаточно бросает Даниил Шабанин, но, по-моему, не очень удобно. По Мартину. Мартин чаще оказывается Серовым в одной зоне, хотя Насер действует по всему фронту атаки. Больше ему все-таки нравится прорываться по центру, но иногда он появляется справа, реже он появляется левее. Вот как раз сейчас там и оказался, но с ним Серов вроде бы справился. Хосе Франциско на чеку. Тем не менее, Хан Гок-Вьет в очередной раз отправляется на газон. Кто-то его там снес по пути к мячу. Ну, маленький, легкий, его очень легко толкнуть. Но этот маленький и легкий человек может преподнести сюрприз Антонио Фернандесу. И однажды, кстати говоря, Хан был к этому близок. Тот, кто смотрел первый тайм, тот знает, что Хан очень неплохо исполнял штрафной метров, наверное, с 25, нанес обводящий классный удар, и мяч просвистел рядом со штангой, буквально в полуметре от правого угла ворот Антонио Фернандеса. Как там живут наши скамейки? Пока я не вижу даже намека на движение, связанное с заменами футболистов. Пока играют все те же, что и начинали матч в стартовом составе. Экспресс-лекция о правилах поведения в исполнении Олега Корецкого и Насера Мартина. Мартин не грубый игрок, кстати, он просто очень колючий, резкий, жесткий, быстрый. Такие очень не нравятся защитникам любого роста, любого веса и всего остального. Всегда очень тяжело с такими бороться. Роман Богданов в первом тайме действовал все чаще на левом фланге. Сейчас мы обнаруживаем на правом. Интересно. Значит, они поменялись краснорусским, надо полагать. Да, пожалуй, так и есть. Как раз вот краснорусский играл в первом тайме справа. Сейчас он самый левый футболист относительно вот этого стандартного положения, которое сейчас было разыграно недалеко от штрафной. Сборная Европы. Хан полез в чащу из ног. Чаще его поглотила, и сборная Европы пытается начать свою атаку. Там Зинбергс немножко задремал, как мне показывал, подтолкнул, конечно, в итоге в спину, но с мячом расставаться раньше он не желал, подозревая, потому что просто не видел вариантов для точной передачи. А отдавать кому попало он не хотел, у него святое право. Диагональ направо. Хосе Антонио вел здесь борьбу, но в итоге именно от него мяч поле покидает. Вот тут уже пошли резкие движения руками. Здесь же краснорудский. Ребята начинают немножко закипать. Но пока никакой грубости, никаких неспортивных ситуаций у нас не возникало. Финал проходит в отличной борьбе. Жесткий футбол показывается качественным. Именно то, что мы, надеюсь, с вами и хотели увидеть в этом турнире. Да, были команды, которые, конечно, изначально не производили впечатление грозной силы, хотя бы просто по той простой причине, что собрались все вместе буквально только здесь. Нет ли здесь положения игры? Нет, но до мяча Хуан Антонио не добегал никак. Передача была опасной, но
балансов. Здесь все контролировано, сделал несколько шагов навстречу и ситуацию разрядил. Рахимов, Дряев, Краснородский, Богданов, прошу прощения, это Мешковский. Богданов у нас направо, как мы уже говорили, недавно перешел. Ничего не получается у сборной РСФЛ пока в этом финале с игры. Нужно это понимать, ведь на табло уже 47-я минута, а кроме удара со штрафного Хана в первом тайме, по большому счету, вспомнить-то нечего. Чего никак нельзя сказать о достижениях, пусть локальных, но сборной Европы. Я не говорю про забитый мяч, потому что это самое, что и есть глобальное достижение. А вот помните концовку первого тайма, когда оставалось играть буквально полторы минуты, снова угловой, с того же левого на фланга, откуда пришел и первый мяч, ну, он же единственный пока в ворота сборной СФЛ, и удар головой в перекладину с отскоком в газон, и были там голы, нет, мы так с вами не узнали, это был опаснейший момент, и сейчас могло быть вообще 0-2 не в пользу лучших футболистов студенческого футбола России, представляющие ведущие вузы Национальной студенческой футбольной лиги. Это чужому. Борьба. Мешковский оказался на месте Богданова. Вот только с Богданов семья квадратная передача Мешковского. Нет! Нет! Разводит руки в стороны Богданов. Есть такая поговорка, что виноват всегда дающий, вроде бы как. И мне почему-то кажется, что эта ситуация вполне вписывается в контекст. Ты давал передачу, нужно было как-то вот немножко расшибиться, но сделать это поточнее. Но не получилось это сейчас сделать у Романа Богданова, так что он может и дальше разводить руки. Хан ловит мяч левым полуподъемом и отправляет его обратно в руки к Антонио Фернандесу. Вообще очень спокойно на скамейке. Андрей Кончевскис дублирует позу Юрия Красножана, или же наоборот, оба облокотились на рекламные щиты. Вот только сейчас Красножан скрестил руки. Пока никаких действий по изменению состава тренеры не делают. Богданов входит в штрафную. Что решит? Навес. Краснорудский. Гол! Сорок девятая минута становится счастливой для сборной НСФЛ. Это Краснорудский. Кубанский государственный университет. Именно эту команду представляет Алексей Краснорудский. Ну а передачу ему сделал Роман Богданов, представляющий Ростов-на-Дону. И вы знаете, получается так, что перестановки на поле, которые сделал Андрей Кончевский, они сработали, ведь именно эти два футболиста поменялись флангами после перерыва. Краснорудский действовал справа, Богданов слева. Сейчас было все наоборот, и именно с передачи Богданова Краснорудский прошил насквозь Антонио Фернандеса. Между ног запустил мяч ударом с левой ноги. Хорошо этот самый мяч лег на ногу. Вратарю было трудно среагировать, тут приходилось уже хоккейного вратаря включать. Не довелось. Ничья 1-1. 1-1 в финале межконтинентального турнира навстречу чемпионату мира 2018 года. Замена в составе сборной НСФЛ. Вместо Олега Крамера выходит Нурик Авдалян. Крамеров был сегодня незаметен, прям скажем. Нурик Авдалян представляет Казанский вуз КНИТУ КАИ. Единственный представитель из этого города студенческого футбола России на этом турнире. А теперь мощнейший рывок вперед предпринимает Рустам Джабаров. Прострел! Что здесь в центре обороны? В центре обороны Нурик Авдалян, который уже не зря вышел на поле. Не успел выйти, а уже пришлось мгновенно включаться и прерывать опасный прострел с правого фланга. Эйзи
забегает под него Шабалин. Не должно с передачи Даниил. А вот это плохой перевод. И здесь Красноярскому стоило включаться, что он и делал. Аут в пользу европейцев. Ламер сыграл Матреева зачем-то. И Антонио Фернандес. Нет претензий к вратарям. Они пропускали сегодня красивые мячи. И, может быть, кто знает, пропустит еще. Какие они будут, это мы узнаем. Если же нет, я напоминаю, в случае ничейного результата по истечении 70 минут будет назначена серия пенальти. По 5 попыток с каждой стороны. Обратите внимание, как корпусом работает Мартин. Настырнейший нападающий сборной Европы еще успевает с вратарем поговорить, причем я так думаю, что не о погоде в Сочи, явно, судя по выражению лица. Здесь хорошо, Хосе Франциско действует, рядышком с ним Хосе Антонио, но спутать их трудно, потому что Хосе Франциско чуть-чуть посветлее и чуть-чуть повыше. Но увлекся продвижением себя вперед. Еще назад. Назад отойди, показывает его Олег Корецкий. Вот отсюда бросай. Богданов. Медалин развивается лицом в сторону атаки. Серов. Подача в штрафную, там головой. Сумасшедший сейв! Сумасшедший сейв голкипера! Вот это моментище! Григорий Иванов подстроился под эту подачу и подрезал мяч влево от себя угол. Но как вот Антонио Фернандес спасает свою команду от верного гола. 53-я минута, угловой. Подача. Мяч в руках вратаря. Шикарный финал мы с вами смотрим. Тут уже нет никаких сомнений. Команды обменялись забитыми мячами. Почему-то я уверен, что эти мячи будут еще. Матреев хватал же руками сейчас Мартина. Это очевидно. Штрафной. Помоги во вороне! Вась! К этим вещам надо относиться серьезно. Со стандартного положения сегодня один мяч уже влетел в ворота, а с другого стандарта этот самый мяч попал в перекладину, так что все может быть. Подачу исполняет Эйзи с левой ноги. Подача. Малацев на выходе, ему было непросто, но справился хорошо, выбил точно на Красноярского. Здесь должен стартовать Богданов, но Антонио Фернандес сыграл либеро. Запустил мяч вперед, и быстрой атаки у НСФЛ сейчас не получится. Красноярский, кстати, вернулся на правый фланг. Осталось вместе деть перед Богданом. Богданов ловит себе. Вот это грубейшая ошибка вратаря, и гол! Иванов! Иванов выводит сборную НСФЛ вперед на ровном месте. Грубая ошибка вратаря, и гол! Что я вам могу сказать? Еще по первому тайму у меня как-то мелькнула тень сомнения относительно действий голкипера сборной Европы, потому что, помните, был эпизод, когда после как раз попадания в перекладину в ворот сборной СФЛ была атака самой обыкновенная в сторону ворот Европы, и вдруг я увидел, что Антонио Фернандес зачем-то выбежал далеко за пределы штрафной, там принялся играть какого-то, не знаю, третьего, пятого, десятого защитника. Зачем он это делал, почему, непонятно, но тогда все это завершилось без проблем для сборной Европы. А сейчас это закончилось бедой. 1-2 проигрывают европейцы. Хан. Авдалян. Мешковский. Бум. Мусиров. Здоровый парень, но в последний момент все-таки немножко дал по тормозам. Рахимов прессингует, прессингует Рахимов, Эйзи. Время идет. 15 минут до конца второго тайма финального матча.
На турнире на встрече чемпионата мира 2018 межконтинентальный турнир студенческих сборных с разных континентов. Олимпийский парк Сочи, прямой эфир. Хан налево, Богданов вернулся на свою позицию, которая действует в первом тайме, следующий Краснорусский. Перешел направо, здесь Аталян. Обратная передача от Богданова. Два 15-х номера взлетели в воздух. Это Тищенко и Хуан Антонио. Тищенко и перевисел на своего соперника. Судья опять мечется по штрафной. Куда полез вратарь? Нет, сейчас все хорошо. Прошу прощения. Пока мяч был в воздухе, следить за маневрами Антонио Фернандеса, будучи болельщиком этой команды, было бы не самым приятным ощущением. Прямо скажем, ух, мощный подкат Рахимова, и никаких фолов здесь не было, все чисто. Во время подката, если ноги ты при этом не поднимаешь, вот это подкат ему есть. Если ноги ты при этом уходят выше, это уже контратак, это уже фол. Серов позволил. Все-таки, хотя это было непросто, потому что Насер Мартин настойчив, но все-таки позволил мячу покинуть поле за лицевой. И Андрей Наланцев во втором тайме, который, кстати говоря, не так уж часто вступает в игру, пробьет от ворот. Богданов. Отлично. Пробросил мяч между ног Хосе Антонио, но дальше дело не пошло. Хан прыгает сзади, в ноги, это желтая карточка. Олег Горецкий не дремал. Второе предупреждение в нашем матче. Хан Гок Вьет и Насер Мартин имеют по предупреждению. И 2-1 на табло. Впереди сборная ЛСФР. Навес! Нет, это не опасно. Там сразу три было желающих пробить поворотом. Вижу там и Хуана Антонио. Вижу там и Алекса Ламера. Но ни один, ни другой, ни третий до мяча не добрались. Хан в окружении троих протолкнул мяч на Рахимова. Но тут немножко запоздал. Но, может быть, и вовсе не ждал такого отскока. Накладочка. А это значит потеря мяча со стороны футболистов НСФЛ. Я так думаю, что через минуту-другую европейцы начнут раскрываться. Так думается мне, потому что, ну, что в самом деле откладывать дело в долгий ящик. Но пока замена. Алекс Ламер покидает поле. Вместо него появляется Йон Вольфарт, представитель Германии. Вторая замена в сегодняшнем матче. Первая была сделана Андреем Кончейскисом. Вместо Камрова вышел Авдалян. Навес. И все-таки это случился. Это Хосе Франциско. У него хороший рост. Но здесь ему было тяжеловато, конечно, пробить точно. Тем не менее, удар есть. Попадания в створ нет. Авдалян. Ну, напрасно он полез здесь в эту обводку, но мне кажется, что делал он это не от хорошей жизни. Здесь его прилично, в количественном смысле, придушили. И надо было либо запускать мяч вперед не глядя, либо отпускаться в подобные авантюры. Еще хорошо, что не случилось обреза со встречной атакой противника. Эй, Зи. Мяч под левый. Отскок на левый фланг, подача. Удар в лед. Ну, как у Глушакова не получилось в матче с Севильей, конечно, чуть-чуть похож этот эпизод, и попытка пробить была примерно схожая. Это, кстати говоря, Йоан Вольфарт, едва вышедший на поле, футболист из Германии, сейчас попытается сравнять счет. Отскоки перед штрафной сборной Европы. Рахимов в первом тайме разок ошибся, но сейчас уже давно взял себя в руки и хорошо работает 12-й номер сборной СФЛ, представляющий КубГУ, команду Кубанского государственного университета, город Краснодар. Матин. Эйзи. Сейчас пойдут замены.
одна за другой. Григорий Иванов покидает поле. Браво. Григорий забил пока на текущий момент победный мяч для своей сборной. Вместо этого является Вячеслав Хакимов и все того же Кубанского государственного университета. А Григорий Иванов свое дело сделал. Не так много, кстати, у него было моментов. Сейчас вручает команду «Автолян». По-моему, это угловой, если я ничего не путаю. Заканчивая разговор об Иванове, скажу, что помните, буквально незадолго до своего мяча, он же великолепно пробивал головой в падении в правое от себя угол, и вратарь вытащил сумасшедший просто мяч. В буквальном смысле. Угловой ворот сборной НСФЛ. Внимание! С правого фланга пойдет подача. АЭС! Вот и Хан Гок Вьет пригодился на ближней штанге, несмотря на маленький рост. Здесь подача неудачная была. Не очень понятно, что хотел таким образом сделать Корона Изи. Что сделано, то сделано. Продолжается атака европейской сборной. Дальний брос мяча в зал, головой проброшен дальше, а там никого нет, кроме голкипера сборной СФЛ Андрея Маланцева. Сейчас едва вратарь не забил другому вратарю. Это был бы, конечно, самый яркий момент этого финала. Не сильно ошибусь, если я предположу, что Андрей Маланцев сейчас сделал самый дальний вынос с ноги среди всех вратарей на этом турнире. Рахимов уверенно сыграл. Красноруцкий. Снова Рахимов. Пятки под себя сыграть хотел, и это получилось, только мяч ушел, а ты сам остался. Такое тоже бывает. Дряев переместился в центр обороны. Вот еще какие у нас изменения. Видимо, это связано с появлением Нурика Авдоляна, который занял позицию капитана сборной СФЛ. А вот Дряев сейчас в центре вместе с Серовым и Тищенко. Тищенко играет уверенно. Краснорусский головой дальше. По-моему, это был толчок в спину, но надо подниматься, показывает Олег Корецкий. Хан прессингует. Богданов. Фол. Нарушение правил. 64-я минута финала в Сочи. Межконтинентального турнира по футболу. Сборная СФЛ пока одерживает волевую победу над командой Европы со счетом 2-1. Благодаря двум точным ударам Краснорудского и Иванова. Навес. Шабанин был далековато вообще-то от этого мяча. Но здесь он ловит отскок Дряева. Дряев идет до конца, и это вынос мяча в аут. Атенту! Слышны призывы, внимание. Рахимов сейчас срывается вынос, но помогает Хан. Играет в касание с Краснорусским. Здесь обнаруживает себя на газоне Василий Мешковский, который сейчас оказывается самым дальним игроком в нападении НСФЛ. Максимально чисто сейчас сыграл Кристоф Свискерс, не стал не пускаться ни в какие обводки, ни во что-либо еще, потому что скорость, набранная Краснорудским, внушала уважение. Тут было не до шуток, надо было просто аккуратненько отвести мяч за боковую линию, что и было сделано. Алан Дряев неспешно приближается к месту событий, вводит мяч из аута на кого? На Мешковского. Тот отправляется на танец к угловому флажку. Не рановато это делать? И вообще стоит ли? Еще одна. Будет попытка вести мяч из аута. Дряев никуда не уходит. Какие варианты? Ну, может быть, на Хана? Нет.
можно не на Хана, можно на Якимова скинуть этот мяч. Якимов на Рахимова, Рахимов на Серова. Серов играет в пас с небом. Рахимов уже вернулся. Посмотрите, как цепко действует Якимов. Богданов уже здесь включается. Вот обратите внимание, как поменялась картина после перерыва. Вот сейчас сборная СФЛ действует в таком же ключе, как европейцы в первом тайме. Максимально плотно действует. Вообще не дают нормально в пас играть. Вот периодически какие-то куски проходят. Вот сейчас, видите, попробуй отлепись от Беляева. Он цепкий. Но с виду кажется неповоротливым. На самом деле с ним очень трудно играть индивидуально. Мои позиции выбирают очень хорошо. Столкновение в центральном круге. И все-таки, видимо, пойдет контратака на ворота Антонио Фернандеса. Но вот если бы передача на Богданова была бы помягче, то можно было на что-то рассчитывать. И все-таки в результате столкновения в центральном круге пострадавший есть. Это Кристапс Вискерс. Не может подняться сейчас с газона. Нет-нет, все хорошо. Все-таки поднялся. Получает слова поддержки от партнера по команде Хуана Антонио. Что там с заменами? Штрафной на половине поля. Сборная СФЛ. Играть остается не так уж и много времени. 68-я минута. Два тайма по 35 минут, я напоминаю. Поэтому играть остается 3, ну максимум 4 минуты. Остановок во втором тайме у нас практически не было. А даже когда эти самые остановки были в первом, Олег Корецкий все равно не добавил ни секунды. У мяча Карена Эйзи и его левая нога. Почти все в штрафной сборной СФЛ. Подача! Удар! Выше! Хуан Антонио пробивал и, судя по всему, да-да-да, вот показывает Олег Корецкий на себе. Он вообще все на себе показывает. Игру плечом, касание головой, вот как сейчас. Очень наглядно, чтобы было понятно просто футболистам, которые общаются, как известно, немножко на другом языке. Так что все очень наглядно и доступно. Угловой возле ворот Маланцева. Надо сейчас разобраться с штрафной площадкой. Там все равно хватают, толкают, расталкивают. Все это часто бывает. Маланцев на выходе, в порядке. И тут же на Красноруцкого. Сможет? Нет, не сможет оставить мяч в поле. Немножко не рассчитал вратарь ширину поля. Ну что, пожалуй, что штурм стартовал. Посмотрите, как работает с мячом Насер Мартин. Ну просто красавчик. Вопрос уже следующий, что он отпустил от себя, что принял хорошо, как на подъем, мягко. Очень приятно на это смотреть. Если бы сейчас, кстати, такой прием еще и забил, это был бы шедевр. Богданов отправился в угловую флагу. Сплясать ламбаду. Ламбада завершается контратакой сборной Европы. И теперь нужно возвращаться всем. Свободная зона. Смотрите, какая возникает на позиции левого инсайда в атаке у сборной Европы. Но здесь хорош. Просто хорош. Рахимов вернулся. Ровно в тот момент, когда это было нужно для того, чтобы совершить перехват мяча. 30 секунд до окончания основного времени. Мяч штрафной сборной СФЛ. Пушечный удар с левой ноги. Баланцев на месте. Юкис Зимберг совершил этот удар. Так, покидают поле Даниил Шабалин. Вместо него появляется Тино Харбринхан, еще один представитель Германии. Но сколько на все, про все остается времени у сборной Европы, я не могу вам сказать, потому что не вижу дополнительной таблички. Удар по воротам, а сохраняет мяч. Гол! Вот это да! Вот это момент! Вот он! Это случилось! Насер Мартин, кто же еще? Вот это финалище! Вот это жара! В
В каждом матче забивает Насер Мартин. Чудовищная ошибка Андрея Маланцева. Как же так? Ну что ж, есть у меня серьезные предположения насчет того, что мы с вами будем смотреть серию пенальти. Ну, великолепный финал, конечно. 2-2, 70 минут. Ошибки вратарей. Кстати, по ошибкам вратарей 1-1, так что все по-честному. Ошибся Антонио Фернандес грубо, а сейчас, мягко говоря, не лучшим образом действовал Андрей Маланцев. Оба получили за это самую жестокую расплату в виде пропущенных мячей. Ну, а два других мяча в исполнении и Шабалина, и Красноярского были очень красивые, хорошие, точнее. Не то сказать, что прям невероятной красоты, но это были классные удары, достойные финала. Я сейчас внимательно слежу за действиями Олега Корецкого. По-моему, он сейчас даст свисток об окончании второго тайма. Да, так и есть. Олег Корецкий показывает на центр финал межконтинентального футбольного турнира на встречу чемпионата мира 2018 окончен. Счет 2-2. Сборная НСФЛ встречается со сборной Европы. И у нас с вами есть время перевести немножко дух и обратиться к краткому содержанию событий на поле. Они не безинтересны. Напоминаю, что на 4-й минуте Даниил Шабалин, выступающий за сборную Европы, открыл счет ударом с левой ноги после розыгрыша углового. Счет стал 1-0 в пользу сборной Европы. Давай я пойду второй тогда. Первый. Ты видишь после первого, да? Третий. Алексей Красновицкий воспользовался удобнейшей передачей с правого фланга Романа Богданова и с левой ноги вонзил мяч в ворота. Это случилось на 49-й минуте. Счет стал 1-1. Спустя буквально 6 минут грубейшую ошибку, побежав зачем-то куда-то за мячом, допускает голкипер сборной Европы Антонио Фернандес и вот тут же наказывает нападающий команду Уральского федерального университета, по совместительству выступающий за профессиональную команду Урал-Дран, Григорий Иванов. Без раздумий пробил по воротам и вывел сборную НСФЛ вперед. Но это оказалось еще не все. Свой шанс поймал таки Насер Мартин. Главная ударная сила сборной Европы. Когда уже оставались играть считанные секунды, когда казалось, что победа от сборной НСФЛ уже никуда не денется, последовал навес со штрафного с левого фланга. Андрей Маланцев выронил мяч из рук. И Насер Мартин вогнал мяч в сетку, сделав счет 2-2. И теперь нас с вами ждет серия пенальти. Сейчас должны все необходимые для этого состояться процедуры. Начиная с определения ворот, заканчивая именами бьющих и их порядок. Сейчас этим всем, я думаю, что уже успешно завершил заниматься Олег Корецкий. Мы видим, что вправо от нашей главной камеры ведущей, вправо ворота будут производиться эти самые удары. Глубоко выдохнем, наберем побольше воздуха и будем смотреть серию пенальти. Судя по всему, начнет ее капитан сборной НСФЛ Алан Дряев. Алан Дряев против Антонио Фернандеса. Поехали! Без шансов для вратаря. Алан Дряев безупречно исполняет 11-метровый удар, и к мячу теперь направляется у нас Хуан Антонио.
Баранец против Андрея Баланцева. С правой ноги удар. Гол. Блестяще. Вогнал мяч вправо от себя в угол. Брал Баланцев, что угадал, но этого было недостаточно. Зафар Рахимов. Вторая попытка. Сборный НСФЛ. Хороший матч сегодня провел Зафар. Не сразу дело ладилось, но потом разбегался. Небольшая пауза. Опа! И под опорную ногу пускает мяч Зафар Рахимов. Выходит в серии пенальти. Сборная СФР вперед. 2-1. Ну что ж, Хосе Франциско. Ваше слово. Мощнейшим ударом в девятку отправляет этот мяч Хосе Франциско. И ничья после двух попыток. Нурик Ахтарян. Нурик Ахтарян, вышедший во втором тайме на замену. И действующий на позиции левого защитника, сейчас отправляется на дуэль с Антонио Фернандесом. Без шансов для Ахтаряна. Такое ощущение, что Фернандес думал, что Ахтарян пробьет по центру, вообще не реагировал на этот удар. Пока 100% попадание у всех. Так, не Насер ли это Мартин направляется? Это именно он. Настоящий спаситель сборной Европы. Именно его точно дорабилось победу в первом матче на турнире. Сейчас спас от поражения в самом конце удар. Вау, молодцы, второй раз уже угадывает. Но не везет ему чуть-чуть буквально. 3-3. 3-3 после трех подходов. Хан Гок Вьет на очереди. Vamos, Antonio. По-моему, первая левша в этой серии пенальти. Разбег. Мощнейший удар. Хлесткий. Без шансов для Антонио Фернандеса. 4-3. Ну что ж. Пока бьющие демонстрируют завидное мастерство. Юрген Зимбергс. Где мяч? Берет! Баланцев берет этот мяч. Зимбергс не использует свою попытку. Ну и кто там у нас сейчас может стать героем? Это представитель Латвии Кристапс Вискерс. Ну что ж, помолчим. Точный удар принесет сборной СФР победу в финале. Смотрим. Это все. Победа. Сборная СФР в финале межконтинентального турнира в Сочи в серии после матчевых пенальти одерживает победу со счетом 5-3, 2-2 в основное время и 5-3 в серии после матча в пенальти. Классный футбол, отличный матч, шикарные голы, другие свободные, спасение при помощи Насера Мартина на самых последних секундах второго тайма перевел этот матч, этот турнир, это наслаждение в серию пенальти. Поблагодарим всех футболистов, тренеров, организаторов. Это прекрасное поле, это прекрасный Олимпийский парк. За эту неделю, что мы здесь все вместе провели с вами. Наш репортаж заканчивается. Для вас все эти дни с футбольного поля возле арены «Ледяной куб» работал комментатор НСФЛ Александр Федоровский. Всем большой привет, Олимпийский привет из Сочи. И до встречи в следующих трансляциях. Спасибо за внимание.